Мы должны научиться производить конкурентную продукцию, востребованную не только у нас в России, но и на мировых, на глобальных рынках. А в конечном счете задача заключается в том, чтобы полнее и эффективнее использовать наши внутренние возможности для решения задач развития. Вновь подчеркну, будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. Наши люди уже, они все-таки, что называется, ученые. За последние годы они способны отличить правду от популистских выступлений, от просто болтовни. Поэтому мы должны предлагать только то, что мы можем выполнить. Но стремиться к тому, чтобы выполнить как можно больше. Для того, чтобы успешно шли экономические проблемы, надо менять модель экономического развития, надо менять модель управления, надо на самом деле совершенно иначе подходить к той деятельности, которую осуществляет государство. А теперь по поводу экономики. Мы говорим, импортозамещение. Но ведь справедливо вы, Владимир, сказали, импортозамещение сегодня должно стать экспортно-ориентированным. Не простите, ориентировать людей, как нам сейчас говорят, плохенькое, зато дорогое, наши и так схавают, потому что санкции и так далее. А на самом деле мы должны экспортно-ориентировать цена ту продукцию, которая сможет успешно конкурировать на любом рынке мира. И вот на самом деле это мы должны сделать для своих людей. А простых рецептов не бывает.